Всем приятной жизни, Эд Шаштык, и мы продолжаем играть в Ведьмака. Надо рассказать Ламберту, что у туманников иммунитет к запаху старого сыра. Вот же сучка! Геральт в бою, короче, не может туда прыгнуть. Ой. Так, ладно, продолжаем мы играть в Ведьмака. Давайте загрузимся. Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велен. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Надо рассказать Ламберту, что у туманников иммунитет к запаху старого сыра. Ну давай! Так, ну туманник изи. Чё-то мой этот не стрелял по нему. О, фигурка быка. Чё тут ещё есть? Трубка. Так, вроде бы всё. Так и что мы фигурку быка нашли? Иллюзия. Да, здесь иллюзия. Что там? А там я как раз таки, по-моему, пытался здесь запрыгнуть. Пригодится глаз Нихалера. Да, пригодится. Кастуем. Пройти через затопленную залу. А, вот тут чё, портал. А я его и не заметил. Это место похоже на сокровищницу. Надо осмотреться. Так, ну в лоб... Магический барьер все еще действует. Нужно его как-то отключить. Ну вот, штука какая-то. Ой, дело. Барьер отключен. Чувствую, сейчас с кем-то надо будет махаться. Так, кроны, фигурка змеи. Если этот меч столь же смертоносен, как сыры Айрамоса, его стоит взять. Пожалуй, я назову его и менталь. Задание выполнено. А что за эменталь мы? Мощь огнем, мощь игни. Блин, ну он не такой уж и крутой на самом деле. Этот меч. Тот, который у нас сейчас, и то круче. Все, тоже мне. Вот это вот прошли квест. Не, ну кстати, может быть и на... Если бы мы были на... А, вон еще иллюзия, смотрите-ка. А еще не все. Что-то здесь есть. Надо использовать глаз. Что-то я не понял. Я же и так уже барьер отключил. Ну ладно, что, идем дальше.
Но, честно говоря, я разочарован этим именталем. И все, мы наверху оказываемся. Вот так все. Свежий воздух, наконец-то. О, улучшенный доспех кошака нашли. Хм, странно. И все, ребятки. Вот такой вот он чародей. Ничего тут вообще ценного, по сути, и нет. Так, слегка. Поживились, нашли меч и все. Так, ну и ладно, и на том спасибо. Не, в принципе, если бы я пришел с 9 уровня, и у меня бы не было еще... Он-то на какой уровень идет? Он идет на 10. И у меня бы не было еще грифонских мечей, то, естественно, я бы, конечно, этот взял, и он бы был бы крут. Но сейчас у меня, конечно, покруче меч. Так, ладно, в любом случае... Давайте тогда что? Тогда давайте следующий квест брать. Что у нас в допах есть? Распутывая круг бок. Поговорить с управляющим. Давайте поговорим с управляющим. Вход, плотва. А где ж у меня ближайший-то этот самый? Знак вопросика. Вот это, по-моему, где-то этот... Грифон как раз и есть. Ладно, да, погнали в Новиградские ворота. Где плотва? Плотва, давай иди сюда. Давай. Плотва, погнали к Новиградским воротам. А что вот тут такое? Теперь помедленнее. Что вот это такое? Что это здесь? Тут какое-то обозначение, я не пойму, что тут. Ну ладно, может, потом мне расскажут. Так, грифон, он как раз таки, вот я сейчас на него бегу. Ну, точнее, он там, справа. Ладно, мы туда не побежим. Мы грифона бежим, мы на грифона не побежим. Уж очень он сильный. Плотва не так быстро. Шевелись, плотва. Плотва шевелится, так. Давай, падай в портер. А, она здесь тормозит, потому что это этот самый. Ну, типа поселение людей, поэтому здесь нельзя быстро бегать. Ограничение скорости стоит, типа. Так, ладно, как бы то ни было, квестик мы выполнили, все здорово. Теперь у нас распутывая клубок квестик. Блин, это то есть я пришел туда и получил квест вообще вот хрен знает где, вот здесь, да? Офигеть, круто. Так, ну мне, я так понимаю, на вот эти ворота оптимальнее прыгнуть и побежать. Побежать от них. Так-с. Плотва. Хоть умереть можно достойно. Да блин, ну... Я же на плотву хочу залезть. Но! Блин, жаль, ее в портер нельзя положить. Ну ладно. Эй, Ленаухи! А налог заплатить? Налог? Буду теперь следить за... Эй, Ленаухи!
мой налог заплатить. Как мой про налог? Я не знаю. О! Еще одну эту штучку зацепили. Нормально. С дороги ведьмак бежит. О, еще одну штучку зацепили. В Новиграде сброда все больше. Явольская сеть. Пошла. В свое время мутантов сюда не пускали. Такой город псу под хвост. А когда ты последний раз мыл голову? Ну вот, пожалуйста. Еще один страшило. Текс. Текс, так что тут за этот самый, за задачка-то? Что за квест? Вот так слухи встряли мухи. Вот так слухи встряли мухи. Южные ворота, еще одна этот. Ну все, мы в Новиграде засветили просто миллион этих. Так, подождите, написано закрыто, нужен ключ. Поговорить с управляющим. Может, с тобой, да? Мы здесь бродяг не любим. Я по поводу объявления. Говорят, вам тут надо избавиться от какого-то чудища. А, так это ты и есть? Надзиратель Лунд объявление повесил. Какая-то бестия рыщет по пригородам и убивает людей. Как стемнеет, из дома выйти страшно. Я мог бы поймать эту тварь. Я, пожалуй, займусь этим чудищем. Ты лучше поспеши, кто-то за него уже взялся. Где последний раз была? Когда нашли последнюю жертву? Вчера ночью. Хуберта убили. Он нищий, но человек порядочный. Я позволял ему время от времени ночевать под навесом. Вон там, справа. Евстахий тело еще не забрал. Где я его нашел, там оно и лежит. Кто-нибудь видел чудовище своими глазами? Нет, мы только тела находили. Бестия всегда появляется ночью. Нападает только на одиночек. Кто принял заказ? А кто принял заказ? Да я не видел. Мне только сказали, что нашелся кто-то. Ну окей, бывай. Прощай. Так, осмотреть место преступления. Окей, пойдемте осмотрим место преступления. Что вылупился? Не похоже ни на Гаркайна, ни на Фледера. Кровь, но не человеческая. Чудовище было ранено. Кровь не человеческая. Из него высосали кровь. Низший вампир. Так, используя ведьмачье чутье, надо найти этого. Ну, мы заодно тут лутанем. Так, ладно, я так понимаю, в переводе на общечеловеческий иди по следам. Пойдем по следам. Сейчас бы кружечку выкушать. Так, идем по следам. Что ж вы тут следы-то закапываете? Так, ну, видимо, он занырнул. Кувшину соберем. Слушайте, а нет, как бы обратно получается надо.
кишки выметла. Что-то я не понял, мальца. А жопа у тебя тоже седая? Нет, следы определенно ведут сюда. У меня и сушит. Похоже, тварь была ослаблена, вот, пыталась пробраться по берегу. Здесь след кончается. Поищу-ка на той стороне. Вот это обязательно, я и так до этого допёр. Мне тут надо обязательно след последний посмотреть на нём. Ага, вот он где вылез, понятно. Так, а ты кто? Чё за ведьмак? Привет, Ламберт. Рад тебя видеть, волк. Решил поохотиться в Новиграде? Тебе же здесь раньше не нравилось. И теперь не нравится. Но у меня тут кое-какие дела. Чем ты занимался? Как с работой? Неплохо. Был у меня выгодный контракт в Ланексетере. Позвали убить великана, а тот оказался лесным троллем и шайкой бандитов. Шайкой бандитов? Надо же. Ну, они прилагались к троллю. Помощь нужна? Ты говоришь, у тебя здесь дело. Помощь нужна? Может и нужна. Давай об этом потом. Пойдем, заберем награду, я немного спешу. Тебе половина. Так уж и быть, уступаю. Ну, пойдем, чё. Пойдем. Чё мне её даже облутать не дали? И что? А ты как думаешь? Мы сделали свою работу, пора платить. Погодите, схожу к надзирателю и принесу награду. Мы сами справимся, а ты лучше стой на посту. И то верно. Входите. Мы разобрались с чудовищем в доках и пришли за наградой. Ведьмаки? С каких пор вы путешествуете парами? Одинокого ведьмака подстерегают разные опасности. Например, бандиты. Советую сменить тон. Говори, где искать Бертрама Таулера. Кого? Поверь мне, Геральт, это важно.
Мне надо кое-что разузнать. Не знаю я никакого Таулера. Берите деньги за чудовище и выметайтесь отсюда, пока я не разозлился. Где Бертрам Таулер? Последний раз спрашиваю. Стража! В темницу их! Ну да, удачки. Так, все. Сейчас пойдем сменим тон. С ним больше хлопот, чем с Экимой. Таулер пропал, клянусь. Остальные тоже. Я знаю только, что с Виенной. И что с Виенной? Она круглые сутки пьет у семи котов. Ну вот видишь. Ну, я бы, наверное, его тоже. Ты можешь объяснить, что происходит? Так уж необходимо было его убивать. Да. Сейчас сюда явится еще больше стражников. Пойдем отсюда. Встретимся в семи котах, и там я все объясню. В корчме, где сидит Виена? Ну да, увидимся. Так, сладенько, ребятки, я, пожалуй, на этом этот выпуск тогда и закончу. Большущее всем спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык